интересы той же Франции и Соединенных Штатов в данном случае, они дают нам возможность Армении и армянскому народу, чтобы мы могли подготовиться к серьезнейшим изменениям в 2023 году, а я имею в виду, в первую очередь, изменение вектора наших внешних отношений. То есть мы должны понять, что вот война, которая в Украине сейчас идет, она в будущем году, я думаю, что окончится, и окончится поражением России. А это означает, что Армения должна решить полностью свои вопросы, став союзником Запада в этом регионе.